Парк Смертина в день физкультурника стал главной точкой притяжения в городе. На футбольном поле не осталось незанятых площадей. Причина такого столпотворения – попытка установить новый рекорд России. Все участники рекорда выполняют отжимания от пола. Главное сделать это одновременно и не менее 10 раз. Многие пришли с семьями. Кто-то за компанию, кто-то ради укрепления мышц. Не смутили барнаульцев ни большие очереди на входе, ни дождь. И даже ребятишки не помеха, они стоят веселятся. Мы же алтайские люди. На этой земле выросли, потому что мы сила. Мы это сделаем. Я думаю, что все справимся. И подготовиться к городу. А почему так уверены? Потому что мы россияне. А россияне – это сила. Сколько вам лет? 81. 81 год. Не тяжело? Тяжело. Вырабатывает внимательно. Но уверены, что 10 раз отожмете? Нет, не уверены. Ну хотя бы пару разиков, да? Да. А как решились вообще отжиматься? За компанию. Стоит отметить, что ставить такие масштабные рекорды Алтайскому краю пришлось не впервые. В 2019 году парк Смертина собрал на тренировке 4417 человек, установив тем самым мировой рекорд. Так что футбольное поле стало уже традиционным местом для массовых мероприятий. Логистика очень хорошая, добраться очень хорошо, инфраструктура развита. Вообще планировали на основном поле с трибунами, где, но в связи с тем, что там идет капитальный ремонт, поэтому вполне разместились и здесь, разметили поле. Поле стандартное 90 на 60. Считали всех вручную дважды. Сначала на пропускном пункте, а потом на самом поле. Подобная практика проводилась и в Химках в 2015 году, когда одновременно отжалось около 2500 горожан. Чтобы побить рекорд, согласно всем правилам, нужно было примерно на 250 человек больше. У нас существует правило, что такие массовые рекорды должны побиваться на 10% минимум. И вот это как раз 10% это та самая погрешность, которая туда... Это может быть 2 человека, это может 10 быть человек. Упор, лежа, принять! Шесть! Семь! 10 отжиманий барнаульцы делали синхронно под счет ведущего. Вышло с первого раза. С результатом 3635 участников! Объявляю рекорд официальным, зафиксированным! Ура! И это победа! Ну, интересно, знаете, такое прям вдохновение, подъем эмоциональный. И хотелось не упасть в траву буквально. Лицом буквально. После выполнения рекорда каждый участник забрал с собой домой вот такой вот сертификат. Всего их было выпущено около 4000 штук, так что хватило всем. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.